Привет, как дела? Привет, хорошо. Мне тоже хорошо. Кстати, слушай, может, вы ко мне в гости придете? Ну, можно, а во сколько? Ну, давай в два. Хорошо, пока. О, что в Инстаграме показывают? О, походу пришли. Кто там? Что, замерзли? Да. Там снег? Еще там холодно. Что там-то попустил? Я иду давай. Духов? Давай, Руслан. Руслан, давай. Что? Давай, Духов. Да это все вранье. Это не вранье. Это не вранье. Мы знаешь, сколько видео мы видели? Я в это не верю. 100 видео было. Нет, Лима, я в это не верю. Да. Вы нормальное явление смотрел? Нет. Потому что это вранье. Это в новостях показывали. Нет, это в новостях. Ладно, тогда пойдем посмотрим. Ну, это вранье. Да, конечно, я телефон возьму. Если тут дух придет, я полицию. Это не вранье. Я принесла с собой книгу заклинаний. На всякий случай, я ее всегда с собой тащу. Бабушка мне рассказывала, то, что это настоящая книга заклинаний. И то, что любое заклинание отсюда, оно настоящее. И вы в это верите? А у меня палочка была? Моя бабушка была колдуньей и ведьмой. И все ее считают. Давайте найдем одно заклинание, например, сейчас. Можно вызвать духа пожирателя снов. Как его зовут? Почитай. Баку. Пожиратель снов Баку. Он влезает в чужой сон и делает так, чтобы человеку снились кошмары. Если ты справишься, то ты выберешься из этого сна. Если нет, то ты не выберешься из него. Надо сказать по-разному. Да, надо сказать по-разному, но сначала я должна прочитать заклинание. Так, готов? Нет, ты броня на вам. Ага, давай. Читайте. Акнёру. Йод еро, салива продор, аяшта, аяворозде, аласта, иконочек, алетох, акьона котуку, акьона ту, еле-еле тута, кто? На счет три, кокованя, 3, 2, 1, баку пожиратель снов, приди, баку пожиратель. Из комнаты принести, вот на. Мы скоро домой пойдем, поэтому пошли чай пить.